Привет, мы находимся в Латвии, в Рижском районе, в городе Икшкеле. За нами замечательная скульптура человека с длинными ногами. Личность человека неизвестна, известно лишь, что у него были длинные ноги, то ли чтобы быстро и ходить на больших ногах, то ли потому что ноги пахли и от этого он тянулся в небо, чтобы не чувствовать запах, то ли для того, чтобы качать детей на коленках. Как бы там ни было, человек был прекрасен, много думал, так много думал, что застыл в этой позе и задеревенел. Теперь дети приходят посидеть на коленках, потому что прямо рядом с этим памятником находится Икшкельская средняя школа. Можете повернуть камеру туда, вот, пожалуйста. Вот. Икшкельская школа здесь, дети внутри, яйца тоже рядом. Яйца почему? Потому что Пасха, а Пасха, она как бы во всем мире олицетворяется сбитием куриных яиц. Вот. Куры у нас большие, хорошо питаются, яйца поэтому тоже большие, сразу разноцветные. Вот. Осторожно, курица!